Данные сначала Сочи, где из-за сильного ливня объявлен режим чрезвычайной ситуации. Транспортный коллапс на дорогах города и в аэропорту, где вылеты дожидаются около 1000 пассажиров. Первый уровень аэровокзала сильно затоплен. Движение поездов в районе станции Адлер остановлено. От воды сильно пострадали больше полусотни домов. Идет эвакуация жителей. Все службы приведены в режим повышенной готовности. В зону бедствия дополнительно направлены гарнизоны пожарной охраны из Туапсе и Геленджика. Репортаж Александра Руденко. Из подтопленных районов Сочи сейчас спасатели эвакуируют жителей. Из-за дождя, который не переставая льется вчерашнего вечера, улицы города превратились в бурлящие реки. Вода сносит все на своем пути. Больше всего пострадал Адлерский район. Затопило и подворье с автомобилями, и частично дома. Одного из жителей города вызволять пришлось спасателям. В машине заклинила дверь, а вода прибывала очень быстро. В итоге все обошлось. Помощь подоспела вовремя. Сейчас в двух районах Сочи объявлен режим ЧС. На городских улицах работает 4 подразделения МЧС. Вызваны отряды спасателей из Туапсе, Геленджика, Новороссийска. Частично перекрыта автомагистраль, связывающая центр Сочи с Адлерским районом. Сотрудники ГАИ пытаются избежать транспортного коллапса, но пробки все равно растянулись на много километров. В аэропорту Сочи около 1000 человек в ожидании вылета. 3 рейса, которые летели в Сочи из Москвы и один из Магнитогорска, пришлось посадить в других городах. Ну а тех, кому все же удалось долететь до курорта, аэропорт встретил вот такой картиной. Воды по колено. Там бордюр, осторожно, осторожно. Бордюр. Оп, я же предупредил вас. Входы и выходы в здание аэровокзала открыты только на втором уровне, к которому ведет специальный пандус. Информация о статусе рейсов и погодной ситуации озвучивается каждый час. В связи с подъемом воды в реке Мзымта отключить пришлось одну из подстанций, обеспечивающую электричеством часть Адлерского района. Подачу электроэнергии обещают возобновить сразу после откачки воды и проверки оборудования. На одной из улиц произошел порыв газовой трубы. Жителей близлежащих домов эвакуировали на время ремонта. Вот это фонтан бьет, это газ. Штормовое предупреждение, объявленное накануне на Черноморском побережье, сегодня продлили до 26 июня. Есть опасность выхода воды из берегов в горных реках, а в Сочи, как по всей Кубани, много. К примеру, река Хоста поднялась уже больше, чем на метр. И улучшения погодных условий в ближайшее время ждать не приходится. Синоптики обещают дожди до начала июля. Александр Руденко, Алексей Балакирев, Михаил Киртоки и Светлана Пашкова. Вести, Сочи. Ну и вот как буквально только что сообщили в Росавиации, аэропорт Сочи временно закрыли из-за наводнения. Ну, не менее впечатляющие кадры пришли из других российских регионов, где экстренные службы устраняют последствия стихии. В Перми ураганный ветер за каких-то 5 минут повалил сотни деревьев, срывал с домов не только крыши, но и балконы. Из-за обрывов проводов в городе встали троллейбусы. В области без света остались полсотни населенных пунктов. У соседей в Екатеринбурге машины пострадали не только от воды, но и от града размером с куриное яйцо. И только по счастливой случайности ни один из автомобилей не угодил в огромную воронку в центре города. В Липецке воды было так много, что в буквальном смысле плавали не только люди, но и машины. Пассажирам приходилось своими силами выталкивать маршрутки, а водителям чуть ли не таранить другие машины, чтобы выбраться из потока. Крыша одного из торговых центров еле сдерживала потоки воды. Но к ситуации с погодой мы еще вернемся в выпуске.